Так, проверим, запись идет. Идет. Блин, что у тебя микрофон такой громкий? У тебя из микрофона игру слышно еще громче, чем у меня. Это я на всю врубил. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и со мной играет тут рядом... Как всегда, Леха, канал Чудачный. И мы возвращаемся в CSGO, но мы не будем сегодня играть так, как в прошлый раз. Сейчас мы будем играть... Во-первых, на новой карте, которую добавили не так давно. Одной из них. И мы будем играть в необычном режиме. Мы будем играть теперь не один на один, а команда на команду. То есть, помимо нас, у каждого из нас будет еще по 4 бота. И это, можно сказать, война будет целая. Довольно-таки интересный режим, и надо бы попробовать. Сейчас Леха запустит. Ты средних поставишь или каких ботов? Ну, я не знаю, там, по-моему, легкие стоят. Мне кажется, они не отличаются почти. Ну, я бы средних поставил, ну ладно. Я тренировался на средних. Значит, тебе будет легче? Ну, может быть, так тебе тоже, может быть, будет легче. Ну и все. Надо, наверное, этот выпуск назвать «Самая угарная война». Еще посмотрим. Может, ты еще плакать будешь? Да тихо ты. В смысле тихо? Что ты сразу это-то? Ну, вдруг ты плакать будешь. Нет, не убивайте меня. Так, ну и по традиции начинаю я за спецназа. И у нас разминка, надо бы ее пропустить бы желательно. Карта на спасение заложников, это у нас. В предыдущей серии мы тоже спасали заложников. Так, ладно, ничего не буду пока брать с собой. Это у нас будет 2 раунда. Да, и тут до 8 очков, не до 16. И еще он также отличается тем, что здесь броня сразу же выдается. То есть ее не надо покупать. Так что денег меньше надо потратиться. Так, вон вражеские боты, это уже Лехины люди. Ой, перезарядка пошла. Так, убили. Самая главная задача — это убить Леху. Остальное все, в принципе, будет на раз-два легко. Ай, перезарядка. Ой-ой-ой-ой. Так, твой-то один остался. Ой, заложника взяли. Так, я, наверное... Блин, у меня вот только хп 3 уже. Так, ты остался один, а у меня трое. Черт, ты с заложником убил. Тебя вот надо найти, только вот я что-то не уверен. У тебя сколько хп, вот интересно. У меня вот 3. А я упал. Так-то у меня было бы 100%, но я упал. У тебя, наверное, 80 с чем-то или 90 с чем-то. 94. 74. 70? Я думал, меньше тебе дадут. Давай, неси. На Леху не отвлекайся. Неси его, давай. В смысле, не отвлекайся, он знает, где я. И ну он такое чувство, что он идет тебя найти. Они. А не... Ну да, он на тебя агрился, а не на зону заложников.
Вот и все. Боты туповатые бывают, но ничего, в следующем раунде, я думаю, легче будет немного. На пистолетах бывает сложновато. Дальше вот денег больше появляется, будем... Будет немного, может, попроще, а может и нет. Блин, вот я заспал... Вот здесь вот не очень-то приятно спауниться, на самом деле. Где мы сейчас заспаунились. Ну ё-моё, помогите мне, он сказал. Прям, чё прям? Чё прям так сказал? Да. Опа. Кто-то на подходе. Давайте, давайте, братцы, вперед, за родину. Ла, у меня 10 хп осталось. Давайте, давайте. Братцы, за родину. О. Так, Лёха готов уже. Ай, я не успел отреагировать. Воу, молодец, бот Мэтт. Да, тут сейчас один на один. Можно, кстати, управлять своим ботом, но мы это делать не будем, чтобы, скажем так, не читерить. Блин, ты в эту сторону смотри, пожалуйста, а не... Давай, 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 атакуй, чего ты стоишь? Ой, дурак. Красавчик. Вот не сразу что-то он начал по нему стрелять. Просто что-то засмотрелся. Ладно. И дальше. У нас еще шансы пока есть. Так, я надеюсь, я не там заспаунюсь. А, я еще в более ужасном месте заспаунился. Я даже знаю, какое. Неужели? Ты уверен? Ну, там... ну да. Шифтить, кстати, на вот этой карте не особо рекомендуется. Потому что она очень огромная, и тут не особо-то полезно шифтить. Так, погодите, там был кто-то еще. О, я завалили, как прекрасно. Далеко-то. Это не я завалил тебя, это кто-то другой. А я знаю, я там же написано, кто меня сделал. Да. Просто я двоих твоих убил уже. Ай-яй-яй, перезарядка! О, если бы не перезарядка, я бы его убил бы, наверное. Так, трое на двоих должны справиться. Нет, трое на одного уже. Давайте, 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 братцы, убейте последний. Он на зоне. Давайте, давайте, он на зоне. Давайте, давайте, он на зоне. Блин, он завалил одного. Давайте, давайте, он не должен обоих завалить. Давайте, не тупите, убивайте его, убивайте. Один отвлекает, другой убивает, отлично. Боты, в принципе, рубятся довольно-таки легко. Вот, вот самая сложная задача — это убить Лёху. А остальное все, в принципе, будет легко. Ой, что-то подштыривать начало немного. Лёха у нас тут самый главный враг. Или как... Скажем так. Как бы правильно выразиться-то так. Опа, завалили уже одного. Блин, только что одного твоего бота видел, а вот и он сразу же скрылся. А, вот он. О, повезло. Блин, перезарядка. А, тебя тоже перезарядка погубила. Так, ой-ой-ой-ой, блин. Я не в курсе, что он был там. Ладно, трое на одного, это еще можно сделать. Ну, ну двое на одного уже. К сожалению. Вот один из них с заложником пошел. А, он уже ушел отсюда. Ну, зашибись. Блин, чуваки.
48 секунд осталось, давай. Давай, давай, застрели его, застрели. Не попадает вообще по нему. Ой, граната, граната, граната. Давай, 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 неплохо, неплохо, неплохо. Еще есть шансы, давай, давай, давай. Пожалуйста, убей его. Ну, ё-моё. А он вообще почти урон не получил. Фига себе, из дробовика так метко стреляет. Да. Блин, у этого ХП гораздо меньше. Ты не по сторонам смотри, ты прямо смотри. Противник там находится. Не отворачивайся, иди прямо. Иди прямо, дурак, блин. Дурак, господи, иди прямо. О, повезло, повезло, повезло. Нифига себе, очень повезло. Заложника спасли, всех твоих перестреляли. И все просто офигенно идет. Окей, окей. Так давай, бот, ты иди туда. Нужно удерживать этот пункт от противников. Так, одного вижу. А, его уже убили, отлично. Это был твой. Ой, блин! Привет, Максимадзе. Ну зашибись, сейчас ты всех отсюда просто расстреляешь. А зачем ты АУГ взял? Он хуже же. А ты уже перед этим успел убить? Всех, да. Что ли? Ты даже не стрелял ни в кого. Блин, ну вот кроме Негива теперь взять ничего больше нельзя. Ладно, с Негивом надо попробовать. Ты лестницу хоть контролируй иногда. Да, вот я что-то не подумал про нее, если честно, сейчас. А то смотри, почувствовал себя вольным казаком. Так, теперь надо Негивом пытаться делать что-то. Пока ту пушку взять я не могу. Блин, моих уже расстреливают. Ой, кто с Негива? А, кто? Ой, блин. Хитро было, хитро очень. Я его не видел даже, вот этого второго. Очень хитро было, очень хитро. Ненавижу просто, когда мы спаунимся не возле дома этого. Ну вот, опять. Надо бы еще как-нибудь покупать пушку офигенную, которая... Да блин, ты уже их всех режешь просто там. Откуда ты там взялся? Откуда? Откуда? Сзади подошел. Ай-яй-яй-яй-яй, твои сраные боты. Слушай, у меня один вопрос. Ты же, получается, учишься на каком обучении? На очном? Заочном. Заочном. Как можно такое забыть? Да блин, ты сейчас опять выиграешь. Что-то еще хуже, чем вчера, получается. Ну давай, давай, ну что такое, а? Хитроумные. Один бот охраняет тебя постоянно, я тебя убиваю, и ты... Еще и со снайперской. Так, что ты мне там спросить хотел? Я уже спросил. А, и все. Мы все время, кстати, возле машин спаунимся, и... А, опять это место. Ненавижу это место, ненавижу вообще. Опа!
задача на самом деле захватить тот дом, занять позицию там и атаковать сверху. Это хороший ход получается. Давайте, давайте, вы идите вперед, короче, прорывайтесь, а я... Блин! Ай. Так, двое на два. Ну ты сейчас убьешь его, вон ты. А, нет, у тебя нет у нас зданий. Давай, иди на него прям. Ну зачем ты отвернулся? А, он убил его, отлично, молодец, молодец, молодец. А тебя когда успели замочить? Или это тебя в последний раз убили? Блин, я что, кроме этой пушки ничего не могу больше взять, что ли? Самую дорогую, когда можно будет уже купить, а? Да что ж такое, опять? Я возле дома хочу спауниться, а не здесь. Так, ладно, давайте вы, солдатики, прорывайтесь туда. Да-да-да, прорывайтесь туда. Да ты... Ай. Задолбали уже убивать. О, он тупо стоит и даже не в курсе, что по нему стреляют. Молодец. Вообще так. Давай на зоне. Атакуин, который на зоне. Молодцо. Это ты был, да? Чего молчишь-то? Давай последнего. Твое на одного, давайте. Идите, идите, давайте, молодцы. Давайте, давайте, братцы. Господи, ну зачем ты на максимум-то ставишь громкость? Братцы. Такая же громкость, как и была. Братцы, красавцы, молодцы. Громкость такая же, как и да. была. Тебя слышно вообще просто от... прямо оттуда. Я просто отходил. А вы даже не счет не сравняли. Пока не сравняли еще. Блин, а у меня нету денег, чтобы снайперскую взять. Ладно, вот так попробуем тогда сделать. Надеюсь, никто с этой стороны не подлезет. Пускай они, короче, вперед пойдут, а я в запасе посижу. Главное, чтобы никто тут не вылез в падлу. Извините за выражение. Я уже замочили, прекрасно. Я хотел это сделать, но уже за меня это кто-то сделал. Молодцы, а братцы. Ты меня видел? Да, я тебя увидел, когда ты уже... Не подбирай мою пушку. О, я бы не додумался бы даже подобрать ее, если бы ты бы не сказал, наверное. Да, я специально сказал, что ты подобрал. Зачем? А чё? Поддаваться же не очень, наверное. И я не поддаюсь. Так, двое осталось, надо их... О! Так, заложника, вот этого с заложником сопроводить бы надо. Спущусь, наверное. Будем его охранять, чтобы его не подстрелили. Опа! Красавцы, братцы! Братцы! Вы слыхали, братцы? Они у нас красавцы. Спасибо, кстати, за твою офигенную пушку. Попробуем ей воспользоваться. Да лишиться ее не хочешь? Да ничего, я потом новую куплю. Если это произойдет. Давайте вы идите вперед, а я потом. А я следом за вами. Ты
ты хотел меня убить тогда с Негиом? Я бы тебя на лестницу не пустил. Так я не с лестницы, я с расстояния мог тебя оттуда. Угу. Можно было бы. Блин, ты уже садишь их, что ли? Это не я. У тебя боты, что ли, осильнели? Да ты чё? Где ты? Издеваешься, что ли, надо мной? Или куда? Ты один. Ай. Ты чё, всё время на спавне стоишь? Поджидаю. Так, встаём на позицию и... О, в укрытие! Ой, и с этой стороны меня тоже стреляют. Блин. Перезарядка сраная. С двух сторон встали и окружили. Мак, ты что-то хотел? АВП я покупать, пожалуй, не буду. Не очень-то оно меня спасает. Блин, я опять возродился в каком-то лесу, блин. Как я и лес этот ненавижу, а. Шарится вот здесь только. Оттуда часто эти террористы подходят, кстати. Так, одного твоего уже завалили. Жалко, что это был не ты сам. Ой-о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 й. Ты срун. А, это не ты? Это я. Так написано. Снегион. Снегион, ты, блин. Блин, вот. Если тебя сейчас не убьют, скорее всего, не убьют. Ну да, один не убьет. Четверых сразу, еще и тебя. Он вообще тупо стоял, ничего не атаковал. Так, если он еще раз сейчас выиграет, он выиграет. И это будет очень-очень печально. Заколебался уже проигрывать. Ну что ты там творишь, а? Сразу. Мы еще даже не начали. Патроны все растратить решил. Опять это место. Я ненавижу его. Да как? Чего? Ну все, Лёха выиграл сегодня. Ай-яй-яй, он у меня стреляет, твой бот. Хотелось бы его победить в обоих раундах, но уже не получится это сделать. Если я в следующем его выиграю, это будет уже ничья, можно сказать. А я бы хотел победить. Да ё-моё, ну все, ты выиграл. Сейчас этот добьет его и все. Сразу пятерых он не убьет. Никаким. У него и оружие это слабое. У него пушка плохая. Все, ты выиграл. У него один ХП. Блин, я так надеялся Леху сейчас победить. Он опять выиграл, уже в сотый раз, наверное, выиграл. 78-й. А я меньше 10 раз, наверное. Ладно, теперь я террорист. Опять фигня вот эта выскакивает. Фух, ну сейчас будет полегче. Ну, может и нет. Я-то тогда террористом тебя победил. Давился чуть немного. А почему? Не надо вот так говорить. Ай, больно, блин. Это ты вместе с ботами там бежишь куда-то? Да ты хедшот сразу делаешь, ну вот. Извините. Где он? Этот лес, ничего не вижу. Давай, замочи его нафиг. Ну вот, перезарядка пошла, ну.
А, все-таки завалили, ну ладно. Бесит этот лес, деревья эти мешают. Да, мне тоже на самом деле. Блин, у него хп 0 почти уже. А у всех у твоих по 100. Ну стреляй, давай, у него хп мало, давай. Давай, отлично, один готов. Ой, бери бота. Я случайно нажал кнопку. Случайно, честно. Случайно? Не вздумай, значит, ничего им делать. Как? Ты тоже тогда бери бота? А. Так, погоди, я выберу-то... А, они все с пистолетами. А, ну пускай, да. пускай. У них пистолеты у всех слабые, ну ладно. Блин. Ни патрон, ни хп. А, знаете, как выиграть? Просто ждем 4 секунды. А! Вот, собственно, и все. Мы выиграли. Блин. Так бы сейчас всех перестрелял. Ну-ну. Так, вот задача убить Леху и захватить тот пункт. К сожалению, террористам во втором раунде не достается. Это пушка. Офигенная. Её, не знаю почему. Печально. Террористы почему-то всегда в одном месте спавнятся. Это в середине карты. Ну да, нормально. Даже вот не знаю, где лучше спрятаться. Давайте а вы... Пусть боты... Лучше не прятаться. Пусть боты, короче, вперед пойдут. Но не спрятаться, а позицию занять. Под такую более-менее. Ой, это союзник. Я чуть его не пристрелил. Тоже готов? Отлично. Нет. Это ты был? Я же знал, что это ты стреляешь. Да блин, да чё он не дохнет-то? Я же прямо по нему стреляю. Ладно, у меня хп еще пока полно. Отлично. Молодцы, братцы, красавцы. Мне это не нравится. Фраза нравится. Так. Нет, я опять не могу эту пушку взять еще до сих пор. Да что ж ты будешь делать, а? Ладно, придется пока с Негем до сих пор ходить. SSG 08, а ВП я не беру обычно, что-то мне с ними не очень-то везет. Эх. Как же печально, блин. Ты бы сказал. Жалко, не получится прыгнуть наверх магазина этого. Так, они где-то в лесу у тебя ходят. Да блин, он тупой. А, тебя завалили, отлично. Или это я тебя завалил? Не ты. О. Повезло. Я 4 убил. Нет, 3. И у меня 6 хп. Надо как-то выжить. Я, короче, зачем-то разбил все стекла в кафе. О, вот он. Красавца. Красавца. Мрацы, красавцы. Я тоже красавца. Слышали, наш Лёха озверел. Я превращаюсь в зверя. Блин, вот эта пушка у террористов сильнее, чем у спецназовцев. Чуть-чуть сильнее. Но почему-то дешевле. Я говорю, я превращаюсь в зверя. Да, вам всем конец. Да, ты так, по-моему, иногда превращаешься в зверя. Вам всем конец. Ну, посмотрим еще. Ай, блин.
Двигаемся, двигаемся. Ты зачем меня убил? А, я тебя убил? Я что-то даже не понял этого. Так, захватываем этот пункт. И залезаем на него по-быстрому. Поджидаемся других спецназовцев и мочим их просто. Он один остался всего. Сейчас мои братцы его добьют. Он, правда, один остался тоже. Ну, если не добьют, я добью. По крайней мере, постараюсь. Что за беспредел происходит? Такой вот. Жалко, я тебя в том раунде не победил. Хотя бы здесь надо тебя победить. Кстати, есть еще режим в CSGO бой насмерть. Надо бы нам его тоже, наверное, попробовать как-нибудь. Ну где он? У него 30 секунд есть. Ай, больно. Готов. Ноль? Да. Беспредел. Так, ничего не буду покупать, наверное. Ну, должен же я когда-нибудь тебя победить-то все-таки. Я нет, ни разу за все эти 5 выпусков тебя не выигрывал. Не должен. Надо бы это исправить. Ай. Трое сразу в одном месте. Ну да, там было тяжело. Давай, давай, давай. Мочи, 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 мочи. Красава, красава, красава. Да. Где милый? Где вы были? Блин, ты так сказал, это прикольно. Дебилы, где вы были? Блин, заложника подбирают вот сраны. Подходите за заложником скорее. Да вы не за тем идите, вы за этим, у которого заложник, идите. Вы не туда. Так, ну ладно, один ждет возле базы. Надеюсь, он его убьет. Давай, давай, давай. Брат, нет. Красавец! Дебилы! Два ублюдки! Позорники! Ненавижу вас! Дрянь последняя! Хедшот! 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 Ой, блин, а ты еще и это... Говорил в прошлый раз. Ой, сейчас полегче будет. А на самом деле, что-то ты нифига не... Все. Пора играть скрытно. Я превращаюсь в шпиона. Ты до этого вроде бы превращался в него. Нет, нет. Не трогай меня. Откуда он вообще? Откуда они берутся твои? Я пока, в общем-то, не... Тебе не подхожу. Ой, по мне атаку ведут. Одного замочил. Второго. Блин, это из магазина сложно. А, он обошел? Он обошел. А, вон он. Так, молодцы. Меня спасли. Меня спас один. Отлично. Твоих уже нет. Ну и у меня, правда, один остался. Не страшно. Нужно найти тебя или дождаться 50 секунд. Жалко, я не могу пока посмотреть, какое оружие у бота моего. Знать, сможет он тебя замочить или не сможет. Я такое чувство, что у тебя нифига нету на крыше. Может быть, ты... Ты подобрал заложника? Какого именно, вот интересно.
0.5, как так, я не понимаю. А сейчас, возможно, будет 0.6. Почему? Нет! Крыса! Ты точно мне не поддаешься, а, Люха? Нет. Вот, вот, ребята, не зря я тренировался вчера и сегодня тоже утром. А то надоело, что Леха меня выигрывает постоянно. Вот, решил, что надо тренироваться. Услышал несколько советов. Ну и потренировался на ботах. И вроде бы получается. Да. Опа. Дебилы у тебя боты. Нет. Судя по звукам. О, как они меня сильны. Битые. Твари. Чистят меня. Да ладно, ты еще жив пока. Да у меня хп нет. А, ну да, хоть это нет. Все, всех перестрелял. Я твоих тут начинаю гасить потихоньку. Ой, в гости кто-то зашел. Блин, я прям за тобой бегал. Ладно, это не конец еще. Мне два раза надо тебя всего выиграть, а тебе 7. Да, это жестко. Главное, чтобы у нас это не оборвалось соединение, как у нас часто бывает. Давайте, открывайте дверь. Открываем дверь, садимся и... Все время в одном и том же месте появляемся, блин. Ой, откуда? Откуда я не вижу? Дурацкий лес. Нашел, кажется, одного. О, у меня только 6 хп, правда. Блин, вот здесь нету заборчика, вот здесь не перелезешь через него нифига. Да блин. Тебя завалили? Отлично, отлично, тебя завалили. Как? Осталось только добить. Каким образом? Опа, внизу один. А, вон он, я его вижу, только я не попаду в него отсюда, если он не отойдет. Спрыгивать со здания нельзя, я разобьюсь. Ой, он убил. Черт. Мне нужно его замочить. Мне такое чувство, что у него хп совсем нету. На него 10. 10? Ну, я же говорю, совсем нету. Вот у меня, правда, у меня 6. Так, он меня... Сможет ли он меня найти? У него 10 секунд вообще-то есть. О, подобрал все-таки, блин, вот. Зараза какой, а. Ой, он откуда он стреляет? Отходим. Вот этих вот спецназовцев в вертолеты хоть не пристрелишь, как печально. Так, с какой стороны он выйдет? Тебе скажи. Ну, как обычно, как это... Тебе скажи. Чего скажи? Какой он стороны выйдет? Где он, блин? Застрял. Застрял? Ищет меня, наверное. А, он с той стороны зашел. Ах ты хитрюга! Слушай, это читерство было, Лёха. Это было читерство. Такое нельзя было делать. Какое читерство?
Зачем ты на бота переключился сейчас? Я не переключался. У меня доказательства на видео. И что? Ладно, если я сейчас сдохну, я тогда тоже бота возьму. Хорошо. Чтобы, да, это случайно было. Чтобы быть кристально честным. Бери, но это было случайно. Ладно. Ты видел? Я сейчас всех перестрелял. Да, вижу. Только, но тебя все-таки там замочили. Из пушки Фамос. Сейчас я ее купил. Я вообще. Фамос мне что-то не очень понравился. Мне кажется, он не очень хороший. Нифига себе. Я всех перестрелял. В голову сразу. Мне что-то с Фамосом, с этим не очень-то везло. Я у жизни не покупал. О, смотри. Замочили. Отлично. Ой. Чего? То. Как? Ты мне, кстати, мало снес совсем. А это последний был? Я думал, там еще один какой-нибудь сейчас будет. Ну ладно, 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 ладно. Решающий раунд. Если я сейчас выиграю, это будет уникальное событие. Надеюсь, ты не должен выиграть. Ты не должен. Да тебе надо 6 раз еще выиграть, а мне один. Шансов у тебя нет почти. Такой позор, если я проиграю. Ну, еще больший позор был бы, если бы ты проиграл еще что-то. Что за бред? Как они меня видят? Ай, что блин. И боты. Блин. Как они меня завалили. Я не понимаю, вообще ничего не понимаю. Молодец. Еще одного замочил. Ну, первого, точнее, не еще одного, а первого. Давай, 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 мочи его. А, красавец. Бредятина какая. Ладно, я даже чего не буду. Чего у тебя боты такие сильные? Не знаю. Он меня увидел сквозь это забор. Как, немного это странно работает. Какой игрок, такие боты у него. Становятся. Ну, боты равносильные. Что у первой, что у второй команды. Во, давай заваливай, заваливай, заваливай его. Эх, не получилось. Это был ты. Ладно, моих еще трое. Ладно, не буду ни на кого переключаться. Давай, 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 завали, завали, завали его. Ах, не получилось. Крыса. Страшно. Блин, у тебя есть еще у тебя есть шанс в этом раунде победить. У меня он один остался. Вот это называется Леха озверел. Стекла повышибал все. Потолок пострелял. Давай, покупаем оружие, чего стоим? Кнопка что не работает? Так, вот что делаем. Захватываем этот пункт. Пытаемся, по крайней мере. Нет. Да. Нет, дебилы, придурки. Нет. И кто у нас плачет, а? Скажи мне, пожалуйста. Кто-то вначале говорит, что я плакать буду, а? Он сказал, может быть. Ну что, дорогие друзья, наконец-то я добился того, чего давным-давно хотел. Победил Леху. За все предыдущие 5 выпусков я ни разу не победил Леху. Наконец-то я это сделал. Походу, не зря я тренировался. Мы, кстати, уже играли на этой карте с ботами до того, как я решил начать тренироваться. Но, поскольку я не тренировался, там Леха меня все время выигрывал. Потому что, во-первых, я был слабо натренированный, во-вторых, от того, что Леха постоянно меня побеждает, я что-то разнервничался, запсиховался и в итоге проиграл. Ну и вчера
услышал несколько советов. Во-первых, надо получать удовольствие от игры. Если не будешь получать удовольствие, потерпишь поражение в 90 случаях из 100. Что я, собственно, и делал. Когда атакуешь, особенно из снайперской винтовки, надо стараться двигаться боком, желательно, чтобы противнику было сложнее в тебя попасть. Ну и с каждым оружием надо, конечно, уметь обращаться. Ну и вот в итоге я победил Леху. Жалко, что в первом раунде это не получилось. Так было бы еще офигеннее. Ну, в общем, ладно, на сегодня закончим. Это была очень угарная война. Ну что, давай прощаться. С вас лайк, подписывайся, с меня эпичные видосы. С нас, с Лехой, эпичные видосы. Также вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на стримовский канал. И всем пока. Пока, да.